Привет любителям спорта! Меня зовут Павел, и я приглашаю вас на открытые любительские соревнования по кроссфиту к нам в Красногорск в Опалиху 29 сентября. Соревнования пройдут на уличной площадке. У нас здесь есть три прекрасные локации. Мы предложим вам размещение в комфортабельном фитнес-клубе. К вашему вниманию будут удобные раздевалки, душевые, туалет, кафе. Мы организовываем соревнования любительского уровня, поэтому, уважаемые RX-атлеты, попрошу вас на них не заявляться, скорее всего, вам будет просто неинтересно. Вниманию любителей будет предложено три комплекса. У нас не будет тяжелых весов или сложных движений, турника, например, не будет вообще. При этом задания скомпонованы так, что каждому участнику будет интересно и он сможет протестировать себя. Участие в соревнованиях платное, стартовый взнос 1000 рублей. У нас нету спонсоров, поэтому все собранные деньги пойдут на призовой фонд и на организацию соревнований. О том, как заявиться, вы сможете узнать в нашем телеграм-канале, где мы будем публиковать все новости. Ссылка на него будет под этим видео. Если вы по какой-то причине не хотите принимать участие как атлет, но вам интересно помочь, я с удовольствием приму помощь в качестве судьи или иную помощь в организации проведения этих соревнований. Еще раз, 29 сентября, Красногорск, Опалиха, любительские соревнования по кроссфиту, три задания. Заявляйтесь, мы вас ждем. Заявка открытая.